по лесу погуляли. Всем привет. Коры нарезала я даже. Еще приехала. Хорошо муж поставил ее в этот, туда, в гараж. Очень удобно. Вот. Если что. У меня грибной суп. Грибов не нашли, но суп грибной есть. Нет, девчат. Мои находки вчерашние. Это была, наверное, просто удача. Где-то, может, и вылезут. Но уже, как в том году, их точно не будет. А может, еще будут, кто его знает. У меня лавашек подсох маленько, и аджичка свойская. А дочь тут панкейки напекла, пока я ездила. Гуляла. Лаваш высох маленько в морозилке. Дочь его, видать, открыла. И не закрыла. Ну ничего, вкусно. Хочу шурму. Сейчас, наверное, отдохну маленько. Съезжу в магазин. Все куплю для шурмы. И замандрякаем. Шурумички. Давно не делала сама. Надо сделать. Упаду. Сейчас, погодите, я вернусь. Заказала я вчера лампы на Озоне. Муж мне сделал эту фигню. Девочки там просят ссылку, где я покупала, заказывала эти. Розетки. Девчат, не я заказывала, муж заказывал через свой телефон. Пропишите на Озоне просто розетки с таймером и все. И у вас вылезут. И ищите с оранжевой этикет этой. Кругляшочком. Там на Озон заходишь, сверху полосочка такая. Там можно прописать, что вы хотите найти. Так быстрее будет. Пропишите розетки с таймером, и у вас вылезет. Угу. А я через свой телефон заказала, блин, сходила в лес, теперь буду вся чесаться. Заказала лампы 4 штуки. Мне даже там скидку какую-то сделали. Потому что, может, первый раз заказываю. Короче, на 1400 4 лампы.
она. Грибочки беленькие. Без пережарки, без ничего варила суп. Просто уже в конце добавила маслица чуть-чуть растительного. Лук, морковку добавила. И все оно вместе варилось. Картошку мету, эту кругляшами бросила. Потом, когда она сварилась, я ее помяла, чтобы она там не плавала. Нету блендера. А то можно было бы и грибы перемолоть. Надо съесть лаваш, а то так и высохнет. Вкусненький. Хотя я еще хотела мясную солянку делать. Жирно не будет. Солянка мясная, еще и шурма. Красивый лес, куда я сейчас ездила. Но в моем лесу прям лосей целая куча. Ну что это такое? Второй год, блин. В том году, к концу сезона, они там обильно появились. И никак не уходят оттуда. Вообще черного какого-то видела. В начале лета видела двух. Коричневых. А сейчас черного. Одного. Может, он был не один, но видела одного. В планах было дойти сегодня до моего места, где я каждый год грибы собираю. Опять я туда не дошла, потому что лось в ту сторону побежал. Потом остановилась возле своего болота. Хотела мха собрать, хоть сумочку. Ну и говорю, пройдусь там. Вокруг болота, говорю, может, там найду грибочков. Так он, зараза, там начал бегать. Я его не видела, только слышала он по этим. Там же дебри. Много поваленных деревьев. И вот он по этим поваленным деревьям, видать, это. Прям такой грохот был. Испугалась. Ничего не собрала в том лесу вообще. Уже вообще, если честно, боюсь в лес ходить одна. Никогда не боялась. Просто в этом году их очень много. О,
Он хоть и бежит мимо, но кто его знает, что у него в голове? Животное. Я вам почитала вчера. Мне к столу будет сказано про эти... Что я нашла, короче, там в лесу. Что это кабана. Ну, как ули, короче. А то сейчас многие не поймут, будут думать, что я сказала. Вот, там пишется, что даже кабан, если, ну, чувствует, что лось идет, он уходит с его тропы. То есть уж насколько кабан, да, такой тоже недоброе животное, если что. И то уходит с лосиной тропы. Я понимаю, что я лев, но они-то этого не знают. Что царя зверей обижать нельзя. Но все равно лось, если, ну, ходит, короче, очень тихо. Если бы я по сторонам не смотрела, я бы его, может, и не увидела. А он так быстро прошмыгнул, пробежал. И там место такое было, что... Ну, немного деревьев. Я его увидела. Я думала, он убежал, и все с того. А он, они не уходят, они там живут. Там, может, кормушка у них стоит где-нибудь. С солью. Охотники, может, поставили там. Хотя вроде охотники ставят это где-то в глубине леса совсем. А это уж не так глубоко, где я хожу за мхом. Вкусно. Что-то уже поела, уже готовить ничего не хочу. И так всегда. Пока голодная, хочется так много всего приготовить. Наелась, уже ничего не хочу готовить. Плюша хрюкает. Блин, Клинтон не подцепляется.
вот осталось 2 ложки аджиги. Надо съесть. Молодец, Любочка. Умничка. Так, дочь сказала, это простые. Это с моим вареньем этим, которое я делала абрикосовое. Сейчас попробуем. Вкусно. Прям стряпуха. После аджиги горячий чай-то. Прям внутри. Видите? Мамина умница. Маме некогда печь. Вкусно. Офигенско. Так печет так мало. Лизнуть даже не успеваешь. Вкусненько. Хлебушек не пригодился, можно убрать пакетик. Все, кто молодец, я молодец. Пойду поваляюсь. Вот. А вы не забывайте писать комментарии, подписываться на канал и ставить лайки. Всех люблю, всех целую, всем пока.